Итак, Сай – районный центр, находящийся по соседству с Карачаганакским нефтегазовым месторождением. Именно здесь добывают огромные объемы нефтепродуктов. Вот уже несколько лет горожане жалуются на неудовлетворительную работу коммунальных служб, занимающихся вывозом твердобытовых отходов. За этот год уже 4 компании брались за этот бизнес, но затем отказывались от взятых на себя обязательств. Есть видео, где крысы ходят на этих мусорных контейнерах, лазят. Есть видео, кстати. Проблема очень серьезная. Люди боятся, возможно, ну, невозможно, не дай бог, конечно, что какая-нибудь эпидемия начнется. А компании все приходят и приходят, но справиться сложно, потому что город разрастается. Местные жители уже не открывают окна в летнюю жару. От зловонных куч мусора нечем дышать. Ситуацию в городе называют критической. Люди привыкли говорить, что вот, заворовались, дороги не делают, мусор не убирают. Но участие в этом должны принимать все, не только аким города. Надо поднять, наверное, этот вопрос в сердца каждого живого существа. И животные, и люди. Мы все здесь дышим этим воздухом. И газ, и смрад. И каждый раз зажигают эту свалку. И все это по вечерам идет в наши легкие. В акимате Аксай отметили, что сейчас вывоз ТБО передан в конкурентную среду, и этим бизнесом может заниматься любая частная компания. И они пытаются это делать, но по тарифам платят лишь четверть жителей райцентра. С первых чисел июля данная компания практически не работала. Не было средств для аренды автомобиля, не было средств для выплаты зарплаты людям, не было средств на ГСМ, на выплату налогов. В середине июля акиматом района был объявлен АСАР на территории города. Это помощь тех компаний, которые находятся на территории нашего города. Участвовало в данной компании, в данном мероприятии 8 компаний. Новая компания, пришедшая на смену Аксай Грин Сервис, это компания Дем Сервис. Она пришла 15 июля на рынок по вывозу ТБО. Они на сегодняшний день также не справляются полностью со своими обязанностями. Еще одна проблема – это современные контейнеры, на которые было потрачено 50 миллионов бюджетных средств. У нас на территории города имеется более 100 загубленных контейнеров. Их вывозить нужна спецтехника-манипулятор. Она очень дорогая в аренде и дорогая в приобретении. Сейчас в Аксае объявлено об акции АСАР. К вывозу мусора привлекли местные предприятия. На этой неделе в город для решения проблемы приедет аким Западно-Казахстанской области Галиис Калиев. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.